Всем здорово, с вами Фрост и Лайка. Иди сюда. Это сибирская Лайка, представитель сибирских Лайк, самоед Снежок. И он напоминает вам, что нужно ставить лайки прямо под этим видео. Он пошел напоминать. А сегодня у нас с вами проверка жизненно необходимых лайфхаков из ТикТока. Сегодня у нас с вами не будет 11 лайфхаков. Я так подумал, что мое психологическое здоровье очень пострадало в прошлый раз, и ролик очень растянулся, что не все выдержали настолько много лайфхаков из ТикТока, поэтому сегодня будет поменьше. И абсурдных будет побольше. Поэтому забрал, я закрыл, видите, вот так прикрыл, чтобы, ну, как говорится, не ослепнуть от прекрасных творений, творчества из ТикТока. И первый лайфхак у нас с вами... Хлебальник, закрой, пожалуйста, я сам озвучу. В общем, нам утверждают, что если зашкурить баночку и положить ее в резервуар, наполненный средством для очистки труб, то она разъест алюминий настолько, что он станет как целлофановый пакет. Звучит как пи***ш. Счастье, у меня есть резервуар, есть баночка колы, которую нужно зачистить, и лучшее средство, которое нам не заплатило, поэтому, ну, просто самое дорогое, что было в магазине, чтобы 100% сработало. Вот, неизвестные фирмы, средства для очистки труб, а Снежок хочет стащить у нас реквизит. Нельзя! Иди лайки с них требуй. И чтоб подписывались. И колокольчики стали. Выполнишь план, я тебе отдам бутылку. Понял? Надо зачистить баночку. Это плохо. Это будет очень грязно. Я сделал самую грязную работу этого лайфхака. Зачистил баночку кока-колы. И автор утверждает, что... Это, кстати, было сейчас очень опасно, потому что я довольно энергично трес ее, пока зачищал. Но автор утверждает по-прежнему, что банка растворится... Грибучий алюминий растворится в геле, в средстве для мытья труб. Серьезно, алюминий, гребаный алюминий растворится, металл. Что ж тогда будет с нашими трубами, вопрос резона. Не у всех трубы пластиковые. Вот так вот мы продеваем, ставим ее в баночку. Да, баночка дерьмо. Лучше я сразу сначала налью средство. Упс. Ну, по сути, это удовлетворяет требования. Просто нам не проведет... Не... Снежок! Свайпните собаку кто-нибудь. Бери отсюда. Кто с телефона смотрит, свайпните его, давай. Вот. А мы немножечко, ну, как сказать, все почти правильно сделали. Это все в допусках, грубо говоря. Просто не так красиво висит. И результат надо ждать еще 2 часа. Поэтому отставим это пока что и подождем 2 часа. Посмотрим. Подумаем. Второй лайфхак, и здесь девушка кушает салатик. Не делится со второй девушкой, которая тоже хочет покушать салатик. И это пранк над другом. Как отобрать у друга салат? Сейчас мы попробуем, попросим сюда подойти нашего подопечного. Да не ты. Освободите, Снежок, освободите место. Иди, я тебе говорю, план выполнишь по лайкам и подпискам. Здравствуйте. Сейчас я буду есть. Это моя любимая часть лайфхаков, а Снейк попробует отобрать у меня салат вот подобным образом. Сможешь остановить меня? Сможешь встать между мной и моим салатом? Ты смеешься вообще? Как это вообще происходит? Я не понимаю. Воспроизводим до мельчайших подробностей. Я кушаю салат. Эй, братан, давай поиграем в игру. Вот так вот сделай руки. Вот так, даже так? Давай. Твой салат просто загородил. Давай, попробуем. Так, давай-ка я это самое... Ну вот ты поставь вот так удобнее, чтобы мне под левую руку было удобнее. Ну, вот я ел салат, между прочим. Вот так вот, значит, я хватаю. А, ну все, ты держи, а я ем. Не, сука! Не жрать мой салат. Это как-то неубедительно, не знаю. Ну, может быть, я слишком голодный, давай еще попробуем. Мы воспроизводим, я ем салат. Я ем салат. Ну. Снежок, ты не ешь салат. Ты такой пранк, бро. Я такой пранк. Там со всей силы, дави, давай. Давай, схватил. Ну, одну вилку максимум, ребята, вы так... Одну вилку, не больше. Много не съедите. А если ваш друг тощий, а вы как бы, за еду порвать готовы, то, в принципе, это будет эффективнее, но можно.
А давай наоборот попробуем. Давай, получается, я ем салат, да? Ну, печальная часть лайфхака. Давай. А можешь вот так вот сделать? Mm-hmm. Вот эту, подними, вот. А, вот так? Вот. Я такое делаю. Он такой, братан, отдай салат. Бля. Нужно кого-то, кого и так можно отобрать. Не работает лайфхак. Одну ложку и потом... У девушки... А потом уже все. У девушки можно отобрать. Ну, можно вообще и так отобрать. Вот. Ставим лайфхаку за креативность плюс. Но не работает. Но не работает минус. Так что работает только с детьми, у которых так можно конфетку отобрать. Ну, не работает. Так, все, блядь, лайфхак закончен. Значит, все. Так, пошел от своего салата. Кто хотел поесть? Так, сейчас серьезно. Опасный лайфхак. Третий лайфхак. Нам говорят, если у вас нет подставочки для телефона, но есть мусорный пакет и машина с таким вот дефлектором, то вы можете воспользоваться просто своим чехлом, чтобы закрепить свой телефон, не знаю, видимо, на приборной панели самолета или что-то такое. Давайте попробуем! Но вот у некоторых машин таких нету. Он сидит, жрет мой салат. Ну, это чисто для справок, чтобы вы понимали. Я вам контент топлю как повар. На двух каналах, понимаете, на двух каналах. У меня есть игровой канал. Если вы спрашиваете, где игры? Где игры? Фрост, ты зажрался. Где игры? Помнишь, с чего ты начинал? Так вот, мы продолжаем. И продолжаем на игровом канале Фрост Геймс. Салат не в то горло пошел. Фрост Геймс. Ссылочка в описании. Там ролики выходят каждый день. Вы понимаете, каждый день выходит видео для вас. Каждый день. Мы набираем 500 тысяч подписчиков. До Нового года. Если успеваем, то мы запускаем прохождение по Террарии в самом сложном режиме. Ну так, если вдруг вам интересно, как бы мотивация и все такое. Вот. И вы подписываться на этот канал. У нас уже 9 миллионов, поэтому топим за 10 миллионов. А юбилейный ролик, возможно, вы думаете, где он. А он пока у меня в голове. Он здесь. Он скоро родится на свет. Да придет Люцифер в этот свет. Да приведет его бабка в этот мир. Но об этом чутка позже. А пока лайфхаки. Для этого лайфхак нам потребуется бомжий телефон. Желательно подороже, чтобы, ну, чтобы 100% отвечать за проверку лайфхаков. Один прекрасный пакетик. Ключ от какого-нибудь мобиля. Или просто ключик. Просовываем вот это вот добро в дефлектор. Как показывал прекрасный молодой человек на лайфхаке. Че за хуйней мы занимаемся? Тик-ток, мать. Тик-токеры, блядь. Прости меня, моя машина. Все, наша база готова. Вставляем чехольчик вот так вот. Оп. Сири, отвали. Сири, я тебя не вызывал. Что, как проститутка сразу вызвала? Да ёп. Все, изи. Изи. Открывайся. Все, можно спокойно бороздить. Хоть моря, хоть океаны. Пакет вас ни за что не... Возможно, когда вы приедете, он будет немножечко... Подбитый ваш телефон, как говорится, ну покупать-то бронированные телефоны. Хоть к морю, хоть в соседнее село, нормально можно ехать. Может быть, чуть-чуть будешь задевать его. И что мы говорим этому лайфхаку? Потому что есть лучше. Смотри, как надо. Для этого гениальный лайфхак. Нам потребуется вантус, резинки и, конечно же, свой любимый телефон. Берем вантус, вот так вот телефончик к нему приделываем. Вот. Идеально держится. И вот так вот куда-нибудь на стекло. Так вот. Чпоньк. Ну, вообще, идея должна была быть рабочим, если бы вантус работал. Ну, китайская мейден, чайно, что ты лепишь вот сюда, вот, и едешь здесь, можешь вообще вот послать всех нахер, даже не нагоняясь к телефону. Йоу, экзибит. Я тебе монитор привез. Нормальная тема. Большой жирный плюс, не то, что эти ваши мусорные пакеты. Вот как экзибитом нужно крепить. Но не стайло уже на синий пакет, а как бахилы сперлись в какой-то больничке и повесили телефон. Вот это я понимаю, нормальный лайфхак. Едешь, опа. Удобство неимоверное. Ля какая, бля. Сколько лайков ты навыпрашивал нам под этот ролик? Расскажи, пожалуйста, сколько лайков ты понавыпрашивал на этот ролик? Сколько подписчиков ты добыла? Заслужил ли ты сегодня поесть? Хочешь стейк? Иди отрабатывай. Помогите лайки собрать лайки.
тогда он поест стейк вместо курицы. Мраморный снежок. Мраморный стейк. Это не мне, это к ним. Это вот. Это мотивация. Иди их мотивируй. 100 000 лайков и снежок кушает мраморный стейк. Смотрите у меня в истории с Лизой. Давай, снежок, мотивируй. Одного дня. Давай. Ты подпишешься на этот канал. Давай. И все будет у тебя за***. Если поставишь лайк, будет в 2 раза за***. Да, Снежок? Примерно так его, наверное, перевел. Ну, может быть, там более глубокая мысль была, но я не совсем понимаю, что он имел в виду. А у нас с вами следующий лайфхак. И мы сейчас будем с вами делать пельмени из ММДМСа. Нам говорят, возьми хлеб и возьми ММДМС. Обсыпь его хлебом ММДМСом и сделай а-ля пельмень. Загни края и пожарь. И будет тебе счастье. Он предлагает еще махнуть сгущенку. Но мне кажется, жопа-то слипнется. Нам нужен повар. Пойдем спросим, какова его профессия. Добро пожаловать на мою кухню. Не обращайте внимания на небольшой срач. Я немного пообел, немного позавтракал. Но это все, как говорится, еще он поел. Да, так что как бы, вот он поел. И весь срач это от него. Берем хлебушек. И, конечно, пес пошел трескать ММДМС. Снежок, тебе нельзя! У тебя в заводской прошивке написано «Не жрать шоколад». Нельзя тебе. Хочу поэмэмдэмсить с тобой флексить. Па-па-па-па-па-па-ебать. Не хочешь за такие песни у меня в ролике, а? Сейчас забанят. Почему? За авторские права. Да, еще бан за авторские права нам не хватало отхватить. Ой, а хлеб-то разваливается. Парашный хлеб. Ну да, как бы да. Окей, я вас понял. Будем делать блины, а не пельмени, видимо. Надо было использовать хлеб а-ля Харрис, но почему-то во всех магазинах он пропал. А это хрень, а не хлеб. Она вот эта вот вообще, она не гибкая. Поэтому будем делать блины. Я хотел взять именно этот лайфхак на картинку, на превьюху, и сделать, типа, я сделал пельмени. Возможно, я так и сделал, так что не обольщайте. Вот это вот пельмени. Ну, это, блядь, эти бульмени или как там, блядь, хинкали пускай будут. Вот. Ну, бесформенная какая-то хуйня. Честно говоря, получается, я согласен с вами. Залупа та еще. Но посмотрим, как по вкусу. Главное, это внутренний мир. Вы не можете судить, потому как это стрёмный выглядит. Вы должны судить, потому как прекрасный внутренний мир. Хотя вы не можете попробовать, но я вам опишу. Внимание к мелочам, стремление к идеалу. Да, мишленовский, ну, блядь, ну согласен. Согласен на 2 мишленовские звезды вместо 3. Согласен. Здесь, пожалуй, подкачал внешний вид. Ну, на 2 100% будет. На адскую кухню тебя номинирую. Да, это 100%. Я бы этого деда, блядь, разъебал, пиздец. Надеюсь, он не посмотрит этот ролик. Это, блядь, стыдно получится как-то. Я просто подумал, что если ему будет в Инстаграме писать, просто на себя ролик снимет. Не надо, мне стыдно будет. Он просто открывает, смотрит, блядь. Делаем, блядь, пельмени. Он еще мою шурму с гвоздями не видел. Пранк нацкой. Пожалуйста, ребят, не скидывайте ему это в Инстаграм. Есть Инстаграм? Есть. И ТикТок есть, кстати. Да ладно. Шеф Ивлев называется. Как Савчик. Все, окей, мои хинкали. Мои блины готовы, окей. Гарбуш хлеб получается? Или гренки, хотя птичка мандат. Отойди. Это обед снежка, если не наберем 100 000 лайков. Будет хлеб жрать у меня. Оп. Оп. Нормально. И чё, ещё мне попробуем сказать, что это не пельмень. Это не пельмень. Чё? Ну что ж, настало время вкусить плоды человеческого прогресса. И это вершина кулинарного мастерства. Нельзя. ММДМС хорошо прожарился. Вы видите, там шоколад. И получается жареный хлеб с шоколадом и краской от ММДМСа. Вполне вкусно. Короче, я бы просто взял шоколадку. А так, это вкусно. Я думаю, этот лайфхак вполне работает и заслужил свой зеленый свет на моем экране. Так, дегустация пошла, да? Это знаешь, что мне напоминает? Блинчик, а с нутеллой. Ну, один в один. Просто с краской еще. Блинчик с нутеллой. Это вкусно.
Как бы да, это имеет место быть, это как гейли. Ну, довольно сухо. Не понял. Вот если туда еще сливочного масла, наверное, забабахать. Это 5. Это... О, Снежок. Абсолютно оправданный вызов шефу Ивлеву. Попробуйте. Снежок, иди работай. Сироп, возможно, не сладкий. Кислый, как брусничный. Или ткемали вот это вот, да? Че, охуели, что, блядь, классные пельмени были, вы че? Там просто автор сгущенку жрал, но говорю, у меня жопа с... Я не люблю очень сладкое, а вот сейчас было нормально. Окей, у нас с вами лайтовенькие лайфхаки сейчас будут. Лайфхаки про игру Among Us. Кстати говоря, Among Us в реальной жизни. Ссылочка в описании, прям пушка, просто пушка-бомба ролик. Надо смотреть. И на игровом канале у меня целая куча роликов, поэтому я эксперт в Among Us. Сейчас оценим, посмотрим, может быть что-то даже проверим. Если у вас проблемы с проведением карточки, ну если вы такой нуб и не можете провести карточку, то у вас слишком то быстро, то слишком медленно, проведите ее несколько раз быстро, потому что засчитывается, когда ты отпускаешь карточку, неважно, что ты возишь. А теперь он говорит, что типа предатель выходит, смотря влево, а мирный выходит, точнее наоборот, мирный выходит, потому что он типа с задания, а этот с другого. Дальше он убивает и предлагает спрятать тело за своими модельки персонажа. Это единственный интересный лайфхак, но... Если вы играете не с такими нубами, у меня чуть что, у меня палец сразу готов к репорту, прям сразу, на R готов сразу нажимать. А если он еще и загорится, ну тут не отмажешься. Единственный живой вариант этого лайфхака, если ты кого-то завалил, его не нашли, а у тебя перезарядился килл, то ты встаешь, загораживаешь собой этот труп, и когда к тебе кто-то подходит, прежде чем загорится репорт, он ничего не подозревает, и най, сразу его... Схлопнуло его, все, ловушка закрылась. Тогда это можно попробовать. Вот в игре, где мы играем, у нас люди ставят рекорды по выполнению заданий. Там за 2 минуты игра заканчивается. Все, если ты никого не убил за 2 минуты, все, игра кончилась. Поэтому, когда КД по 40 секунд у нас стоит, как бы очень сложно дождаться, и чтобы его не нашли. Потому что там все шерстят, все задроты такие, что это сложно. Я попробую. Но лучше я попробую это в рандоме, а потом в ролике, когда я буду записывать уже Among Us, я попробую это провернуть уже с настоящими игроками, с которыми я обычно играю. Лайфхак пока что я зарядил. Рандомы, конечно, играют как боты какие-то, конечно. С ними играть то еще удовольствие, но как раз на это то, что нужно. Осталось только дождаться. У нас зашло 10 человек, вышли все. Ну и как видите, ждать не особо выгодно. Ждем, смотри. Опа! Ха! Ну забавно. Ну что ж, я думаю, можно поставить зеленый свет этому лайфхаку одному, но только с нубами. Прям с нубами, то это будет забавно. Они не понимают, чего репорт загорелся, ведь трупа же нету. Ну, как бы, прикольно, может сработать, но не точно. Следующий лайфхак. Итак, пацанчик нам говорит, если ты устал и хочешь спать прямо на уроке, на заседании или во время ролика про лайфхаки, то ты можешь вырезать глаза, приклеить себе на очки, и никто не заметит, что ты спишь. Мне пригодится. Надо проверить. Гениально. Так. Ну что ж, дорогие друзья, лайфхак, я считаю, определенно работает. Я бы так на уроке посидел, знаете, вообще вот так сидишь. На самом деле, у меня есть опыт в том, как спать на парах. Я вот так вот подпирал, на самом деле, вот так вот руки ставишь. И вот... Иногда получается поймать такое равновесие, что ты действительно прям вот так вот. Я реально засыпал, я минут 20 так проспал на уроке, пока у меня вот локоть не соскользнул. Я, короче, прям вот со звуком такой, что случилось? А кто спал? Я не спал, правда, все хорошо было. Ну вот, как бы опыт имеется, вот. А пока... прекрасно. Вы даже не заметите, что я сплю за этими прекрасными глазами. Я думаю, этот лайфхак сработал бы, если у тебя были бы очки с диоптриями плюс 10. И в жизни бы так глаза выглядели, тогда рабочие. Не, ну а что издалека преподаватель, сам тоже в очочках такой сидит, и ничего не подозревает, зрители тоже смотрят, думают, я на самом деле не сплю, а я там сплю уже, храплю, третий сон вижу. Я думаю, классный лайфхак. Или что, дерьмовый лайфхак думаешь? Охуенно. Классный лайфхак. Снейк согласен, что лайфхак классный, и я думаю, он заслуживает зеленый или красный. Это 100% зеленый.
100% зеленый. Поэтому одобряем этот лайфхак, пользуемся, вырезаем глаза, разные мобы. Меня Face ID не узнает, хотел посмотреть, как это выглядит. Здравствуйте, дорогие друзья. Прямо сейчас я сплю на ваших глазах, вы этого даже не замечаете. Классный лайфхак, работает, пользуемся. Подписываемся на канал, чтобы узнать, какие классные лайфхаки еще работают. Вот это вот очень классный лайфхак, рабочий, можно спать на парах, уроках, работе, заседании, председании и приседании в жиме перед тренером. Подписываемся на канал, чтобы узнать, какие классные лайфхаки. Да я откуда видел? Нихера себе, там зрачки огромные. Вот так, я думаю, надо... Это я после, когда аниме пересмотрел, блядь. Аниме при... Блять, надо... Сука, надо хочу узнать. Что, Снежок? Как успехи с работой? Ты заработал себе на стейк? А вы заработали Снежку на стейк? Вы его накормите стейком? А мы сейчас с вами узнаем, что же стало с нашей баночкой. Спустя 2 часа. Но я вам скажу, реакция пошла не слабую, весь в пене. И я начинаю переживать, что этот лайфхак работает. Сейчас мы с вами узнаем, работает ли он. Лайфхак не работает, но алюминий почернел. Сказать то, что он стал мягче, я бы не сказал. Возможно, слишком мало времени прошло. Поэтому я предлагаю оставить его на всю ночь, и завтра, если это сработает, то я вам подсниму и покажу, что из этого стало. А пока что, ну, просто черный алюминий стал, потому что он окислился. Но в том, что он растворится, я сомневаюсь. Мне кажется, авторы просто приклеили пакет к банке и такие: «О-о-о! Мы превратили алюминий в целлофан!» Ну, что-то я сомневаюсь. Прошло около 15 часов, и мы с вами видим, что нихуя не изменилось. Банка как была твердой, так и осталась. Возможно, стала более мягкой, потому что окислилось железо, но не до такой степени, чтобы стать как пакет. Последний лайфхак, нам потребуется ассистент. А, что снова я? Давай, что это есть понадобится? Ананас! Это же ружье не зря подвесил. Это ружье не Бондарчука, потому что у нас лайфхак. Нам показывают, что если отломить бошку от этого ананаса, то можно кушать по каждой долечке, вот так вот отрывая, наслаждаться ананасом, а потом завернуть в пакет и... Я видел этот лайфхак, но я не думаю, что это сработает. Это очень странно, по кусочку. Я тоже сомневался. Возможно, для этого нужен очень спелый ананас. Я выбирал в 3 магазинах этот ананас, вы понимаете... Заплатил за него бабки. Бабки за тебя заплатил, сука, 500 рублей вот этот ананасик стоит. Поэтому... Так, ты сейчас нас зальешь. Реально, 500 рублей? Они прям отрывают, понимаешь? Они прям берут и отрывают. Ну да, мне кажется... Бой, ты посмотри. Подожди, он отрезан был, они прям... Да не, я оторву верхушку. Я пойду лучше отрежу, блядь. Что это за говно? Мне кажется, не сработает, потому что должен быть прям супер желтым ананас. А то мы здесь и нужны, чтобы проверить. Раскидать эти лайфхаки. Ананасовый сироп. Оп-оп-оп-оп. Наливаю себе в чай. Ай-ай-ай-ай. Так, ну смотри, у нас верхушки, они наполовинчатые. Их надо, ну, типа, отрывать. Ну вот смотри, вот смотрите, вот. Кусочек. Так. Ну как-то да, не особо. Ну, краешек я отрываю. Что отсюда есть? Мне кажется, он, ну типа, ну я хрен узнает, что за говно. Недоспелый, я думаю, что он нулька. Для этого он должен прям желтым быть. На лайфхаке желтый ананас. Чел, королевский золотой ананас. Королевский. Ну только жопки отрывают, ну вот, огрызки, короче. Ну да, что-то... Может быть, если он будет прям очень спелый, видите, ну побольше да. Отрывается. Недоспелый, я уверен в этом. Ну, какой есть? Нам эксперты мы не напишите в комментариях по ананасам. Правильно ли мы делаем? Я думаю, что нужно дозреть им. Чего он так на нас видит? Ну, шерсть съел. Я не знаю, тебе можно ананас или нет? Занзибар. Ну, я не вроде типа просто запрос. Ага, выплюнул. Мне кажется, легче просто вот так вот сделать чуть-чуть. Ты центровину у него не едят. Серьезно? Она у него центр вырезают,
края обрезают. И это как кочерыжка! Ну, да. Я даже не знал, потому что я с ананасом-то особо дела не имел. Только консервированные колечки, да. Да, да! Поэтому в консервированных... У тебя снежок на пальцах. Поэтому в консервированных нету сердцевинки. Ставь лайк, если только что об этом узнал. Я даже об этом не задумывался. Я ел консервированные. Ну, обычно... Его как обычно? Он где-то растет, его так вот... Хряк-хряк, со всех сторон мачете обрезали, сердцевину срезали, вот так вот на колечко порубили, всё. Это и то, если ты мажор. Отрывался, возможно, переспелый должен быть. Ну, поедем на какой-нибудь Бали, срали, и там узнаем. Славные Бали. Славные Бали, да. А пока, подписываемся на мой канал, ставим лайки, нажимаем колокольчики. И пока, всем пока. Снежок, заработал на ужин?